А Япым представляет. В ролях: Тубаба Юкинстен, Эльке Раксум, Бюлент Эмин Ярар и Пек Бельгин, Мюджей Узман, Фырат Челик, Айтен Унжуоглу, Джихад Тамер, Гюнай Карджаоглу, Мехмет Эсен, Усхан Чакыр, Дефне Каялар, Мурат Прощелер, Энис Айбар. Автор идеи Хакан Акол. Оператор-постановщик Ян Томас. Композитор Тайгара Шиклы. Авторы сценария Керем Дерен, Пынар Булут. Продюсер Керем Чатай. Режиссер Али Бельгин. 20 минут. У меня уже голова заболела. Так и до инфаркта недалеко. Черт бы их всех побрал. Надзиратель! Надзиратель! Мы хотели видеть Озлем. Вы ей сказали? Надзиратель! Следующий, заходи. Можно вас? Это Милек. Требует встречи с вами. Она хочет сказать вам что-то крайне важное. Так и быть, приведи ее. Я почти закончила. Сестра! Я очень расстраиваюсь, когда ты в таком состоянии. В самом деле, вроде мы в очень хороших отношениях. Но мне страшно спросить. Сестра, что вы такого натворили, что ходите обе чернее тучи? Милек, идем? Протяни руки. Я все улажу. Можно быстрее? Мне очень жаль, Милек, я уже не смогу тебе помочь. Алло, госпожа Гюрок. Один из жандармов видел беглянку. На складе. Я выезжаю. Выезжаю. Ты в курсе, что ты похожа на вора? Яблоко от яблони недалеко падает. Не стой столбом, иди сюда.
Что это? Молодые саженцы. Приводишь в порядок мой сад? Для красоты. И детям пойдет на пользу. Тебе тоже не помешает. Достаточно просто смотреть. Где ты был? У председателя. Али, опять? Ты все еще пытаешься что-то изменить? Я сказал ему, что все бросил, сдался, что снова стал школьным учителем. Ты права, сезон сменился. Не мешало бы навести порядок. Наведем. Я тебе помогу. Всегда буду помогать. Правда, поможешь? Этот саженец через 2 года станет высоким деревом. Через 5 лет будет выше меня. Через 15 лет посаженное нами деревце вырастет в огромное дерево. Через 20 лет вокруг него уже будут бегать дети дуру. Ты мне поможешь? Если у меня не получилось похитить Милек. Слушаю. Я попробую снова. Еще раз. Пару месяцев назад я даже не мечтал об этом. Но я прорыл туннель. Я пробрался в тюрьму. Я держал Милек за руки. Я был очень близок. Как я могу от этого отказаться? По преданию, у гробницы Паргалы Ибрагима Паши было посажено дерево-каркас, прямо у его усыпальницы. Если я не спасу Милек от заключения, пусть это дерево станет моим надгробием. Да будет так. Ну что ты можешь сделать? Разработаешь новый план? Нет. Сейчас мы оба под особым наблюдением, надо рассеять их внимание, но я не говорю об этом даже Милек. А все-таки? Я найду того, кто это сделал. Это была ты, я знаю. Я ничего не делала. Жандарм не видел ее лица, ты уверена? Нет, не видел. Ему, видите ли, было стыдно признаться. Мы уже доложили его командиру. Почему вы раньше не проверили нижний этаж? Мы проверили, но ничего не нашли. Мы пришли. Где-то здесь она вырубила жандарма, не так ли? Здесь туннель? Нет. Давай проверим, что хранится на этом складе. Вы что, издеваетесь? Иди сюда. Если она пыталась убежать через склад, где этот чертов туннель? Я вас спрашиваю, за кого вы меня держите? Вот чертеж самого жандарма. Иди, приведи его ко мне. Еще раз обыщите весь этаж. Проверьте также кухню. Уже проверили. Еще раз проверьте. Поймите, наконец, я ничего не сделала.
Вот что я тебе скажу, Милек. Мне значительно полегчало. Просто вы привыкли ошибаться, Сюрия Ханум. Обычное дело. В глубине души у меня были сомнения. Неужели я истязаю невиновного человека? Но нет, теперь я уверена. Я не истязаю невиновного человека. Я караю настоящего профессионала, который очень умело заметает следы. Спасибо, Милек. Я избавилась от сомнений. Мы их сделали? Студенточка, мы их сделали? Господи, боже мой, да! Как? Как ты это сделала? Закрываю, можете говорить. Ну, выкладывай. Жандарм все рассказал. Замша отвела меня на склад. И? Там нет никакого туннеля, язва. Как? Как нет? Его нет. Его кто-то заделал. Что? Кто? Я не знаю. Не знаю, но кто бы это ни был, ему известно, что мы планировали побег, что мы вырыли туннель. Одной головной болью больше. Да, я подожду. Еще одну. Алло, Милек. Привет, Узгюр. Как дела? Хреново. Совсем хреново, Милек. Почему? В чем дело? Мной интересуется полиция. Интересуется полиция? Именно. Дома, на работе, везде. Они меня подозревают, Милек. Кто? Азан? Азан. Они все узнают. Как мне быть? Мне конец. Я не хочу этого. Успокойся, Озгюр. Это не так. Али тоже против меня. Сделай что-нибудь. Озгюр. Это конец, Милек. Сделай что-нибудь. Я... Вот такие дела. Можно позвонить по другому номеру? Еще один звонок. Халил! Не убегай, иди сюда. Парень не пришел. Наверное, Узгюр увидел ноутбук. Ага, я очень удивлен. Не обижайся, как девка. Я и так злой. Такая у нас работа. Ладно, не буду. Я вас простил. Что дальше? Выполним свой долг так, как подобает полицейским. Попросим ордер на обыск. Хорошенько встряхнем его квартиру и найдем этого дружка. Шеф. Хочу вас предупредить. Инспектор будет вне себя от ярости. Халил, ты еще здесь? Пошевеливайся. Алло. Женская тюрьма, Демирбахче. Азан. Милек? Бросай свои дела и приезжай ко мне. Господин инспектор, короче, комиссар просит у вас ордер. Подожди. Господин инспектор, кажется, я поторопился.
Что ты здесь делаешь в такое время? Ты помнишь наш последний разговор, Дуру? Я подумал, что ты умираешь. Что смешного? По-твоему, это смешно? Тайфур, нам в самом деле нельзя встречаться. Что? Почему? Знаю, вначале будет трудно. Нет, не поэтому. Тогда почему? Подожди, я выйду. Знаешь, кто это? Ты с матерью? Нет. Это та, которую я буду называть матерью, пока мне не исполнится 30 лет. В следующий раз я смогу сфотографироваться с ней только через 20 лет. Именно столько она будет находиться за решеткой. Она сама сказала это сегодня. Дуру. Нет, это не окончательно. Окончательно. Мама сама призналась. Отец согласился. Я тоже должна это принять. Неважно, виновна она или нет, пока моя мама находится там, она убийца. А я дочь убийцы. Причем убийцы твоего отца. Теперь это со мной на всю жизнь. И мне от этого никогда не избавиться. Дуру. Лучше уйди, Тайфур. И никогда мне не звони. Я не хочу. Знаешь что? Прогоняй меня сколько хочешь. Я никуда не уйду. Хочешь — гони, хочешь — бей. Я не уйду. Я люблю тебя. Я же влюбился в тебя. Сейчас же уходи. О, Боже. Часто влюблялись мужчины. Что? Они говорили: «Я не могу без тебя жить, Милек. Я люблю тебя, Милек». Они теряли голову от меня. Я не один из них. Если бы я кому-то ответила, его любовь бесследно испарилась бы. Их любовь была не настоящая. И вот в моей жизни появился мужчина. Хочешь рассказать о своей безмерной любви к Али? Я рассказываю о том, что меня поразило. Его безусловная любовь и доверие. С другой стороны, ты. Я не на одной из этих сторон. Ты говоришь, что любишь меня. Я этого никогда не говорил. При этом грозишься оставить за решеткой, если я виновата. Без капли жалости. Врешь. Упрячу. И даже глазом не моргну.
Отстань от Асгюра. А если не отстану? Больше не увидишь меня. Да это шантаж. Асгюр ни в чем не виноват. Улики говорят об обратном. Более того, они говорят о его связи с тобой. Верь тому, что я говорю, Азан. Безусловное доверие. Выбирай сам. Разоблачить меня или стать ближе ко мне. Я пошел. Али, постой. Послушай меня, сынок. Всю жизнь я гордился двумя вещами. Исключая день, когда ты родился. За 25 лет, за целых 25 лет, я не прогулял ни единого рабочего дня. Это во-первых. Во-вторых, ты проказничал, ломал руки, разбивал голову, терялся, но я ни разу не поднял на тебя руку. Такое нельзя скрывать от отца, сынок. Я извинился 1000 раз. Сам не понимаю, зачем я это сделал. Можешь не понимать, но больше никогда не рискуй это повторять. Не обижай моих внуков. Хорошо, папа. Ранимое дитя нуждается в заботливых руках отца, а не в тяжелых оплеухах, причиняющих страдания. Вы чего? Отец, ты говоришь слогом персидского поэта. Вот, пожалуйста. Недим, ты заговорил стихами. Я тут о серьезных вещах говорю, а вы... Ну, конечно, конечно. Волчонок заматерел и огрызается. Сядь рядом со своей женой, о стихотворец. Избаловала на свою голову. Эй, не закрывай. Ваш работник, ваш близкий друг, Асгюр. У тебя есть его фотография. Всего доброго. Да погоди ты! Только быстро. В его квартире есть фотография с Милек. Он принял заказ от Керима на праздничный торт. Заказ, благодаря которому Милек познакомилась с Керимом. В течение 4 месяцев до этого рокового дня, каждый четверг он приходил в клинику. Для чего? Там он с кем-то встречался. Скорее всего, с подельником, неким Ники Блу. Они оба выдали себя. Я залез в его компьютер у него дома. Известно, что преступник был левшой. Асгюр левша. Ты еще сомневаешься? Я тебе признателен. Но сейчас, брат, пошел вон отсюда. Что? Если ты так уверен, почему не арестуешь его? Я доверяю Асгюру. Бывай. Смириться с судьбой означает принять себя таким, какой ты есть.
свой предел, свои способности. Готовность идти до конца ради любимых людей. История сообщений пуста. Салон спорта «Блу». Может, кто-то из арестанток? Не знаю. Если он желает нам добра, почему скрывается? Кто тогда? Кто? Кто это? Кому надо было закрыть туннель? Черт, я сейчас сойду с ума. Не знаю, кто. Но обязательно надо узнать, кто или что за этим стоит. Мы обязаны это выяснить. А ты? Что? Не хочешь завершить начатое? Слушай, язва, я бы взяла тебя, будь у меня хоть малейшая возможность. Мне жалко и стыдно, что я оставила тебя. Я больше никогда так не поступлю. Ты меня прощаешь? Что-то мы заболтались. Ложись-ка спать. Ты меня прощаешь? Так и быть, прощаю. Прощаю. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Сладких снов. Чего ты хочешь? Верни меня в строй. Я давно оклемалась. Отдай мне эту тварь. Язва? Очень интересно. Приведите. Подельницу Милек потянула на полуночные беседы. Можешь идти. По отношению к тебе моя терпимость на нуле. Надеюсь услышать от тебя информацию, стоящую моего внимания. 10 дней назад у меня был посетитель, который попросил убить Милек. Почему ты мне рассказываешь, при чем тут я? Я не дала ему никакого ответа. Но мой внутренний голос подсказывает, что я могу передать его через тебя. Каков ответ? Thank you.
У вас есть клиент по имени Узгюрер Кюсе? Мы не даем информацию о наших клиентах. Повторите. Я проверю. Ты! Эй, ты! Стой! 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 Стрелять буду! Я целюсь в твою голову. Повернись. Ко мне лицом. Сними капюшон. Мне знакомо твое лицо. Откуда я тебя знаю? Ты... Кто ты? Нет, это ты кто? Ты же... Ты этот... Баскетболист. Карай, не помню фамилию. Какого черта? О чем ты? Что ты хочешь? Мне нужна правда. Ты сообщник Узгюра? Какой еще сообщник? Никакой я не сообщник. Ничей. Почему убегал? Да успокойся. Почему ты убегал? Тише, тише, прошу тебя. Хорошо. Ладно. Ладно. Что ты делаешь? Ты зарабатываешь на жизнь спортом? Что ты задумал? Один патрон. Эй, погоди. Погоди, погоди. Угомонись. Пожалуйста. Успокойся, успокойся. Не делай этого, прошу тебя. Нет, 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 стой. Нет, не надо. Интересно, насколько важна для тебя карьера? Да что ты творишь? Что ты делаешь? Прекрати! Это вы зарезали Керима с Алмаза? Чего? Нет, прошу тебя! Прошу, не надо. Зачем вы 2 месяца ходили в клинику? Это тебя не касается. Мужик, кто ты такой? Кто ты? Не касается? Нет, перестань! Умоляю тебя. Умоляю. Умоляю. Я скажу. Я ходил к врачу. Умоляю, опусти пистолет. Опусти его. Ты ходил к Кериму с Алмазу? Да кто такой Керим? Не надо. Не стреляй! Пожалуйста, прекрати. Прекрати это. Карай, я тебя хорошо знаю. Убегать бесполезно. Я тебя найду и застрелю. Последний раз спрашиваю. Расскажешь ты мне уже наконец? Послушай, послушай. Я ничего не знаю. Я даже не понимаю, о чем ты спрашиваешь. Я ничего не сделал. Ничего. Совсем ничего. Я же ничего не делал. Понятно. Ничего не делал. Как скажешь. Послушай меня. Не надо этого делать. Пожалуйста. Не надо. Алло. Твое время вышло, учитель. Ты готов? Я же просил неделю. К чему я должен быть готов? Алло. Господин директор, немедленно приезжай в офис. Сейчас не могу. Несколько занят. Не будешь здесь через полчаса, я вызову полицию. Почему? Потому что я все знаю, Али. Твоя жена сидит в Демирбахче.
Язва. Язва. Чего тебе? Ты положила книгу. Какую книгу, Милек? Эту книгу. Нет. Что там, что? Это я заделала туннель. Завтра зайди в хранилище для продуктов. Твою мать! Господин директор? Сдай ключи. Ключи от микроавтобуса. Из-за тебя могли закрыть мою компанию. Меня могли лишить дела. Я вам все объясню. Что ты мне объяснишь? Где твоя жена? В тюрьме. Все это время ты мне врал. Врал. А разрешение на работу? Как ты его получил, если твоя жена в тюрьме? Подделал, что ли? Не навлекай на меня беду, Али. Я вызываю полицию. Не вызовешь. Вызову еще как. Директор, я же сказал, не вызовешь. Кто ты? Кто ты такой? Я человек, влюбленный в свою жену. Я хотел быть ближе к ней. Просто видеть ее лицо. Хотя бы издалека. Это все. Во что ты меня впутал? Знаешь, что со мной будет, если узнает полиция? Я вынужден тебя уволить. Знаю, я уволен. Но в полицию не звоните. Директор, не заставляй меня делать то, что мне совсем не нравится. Убирайся. Ты никогда на меня не работал. Договорились? Как скажешь. Кстати, как ты узнал, что моя жена в тюрьме? Здесь была женщина. Она мне рассказала. Я ей не поверил, пока она не показала этот конверт. Так бывает со всеми, парень. Когда ощущаешь себя в полном одиночестве посреди толпы. Кажется, что тебя обложили со всех сторон. Кто друг? Кто враг? Ты не знаешь. Не надо скучать, маленький. Каждую ночь я буду приходить к тебе. Обнимать тебя спящего. Целовать. И вдыхать твой запах. Честное слово? Честное слово, малыш. В такие моменты ты подозреваешь всех подряд. Я, конечно, не спортсмен, как ты, долго бегать не смогу. Ситуация вышла из-под контроля. Как Али смог тебя найти? Не понимаю. Я все улажу, я улажу. Но куда ты? Я же сказал, улажу, куда ты? Ты... Переживаешь один из тех моментов, когда друзья кажутся врагами.
Сейчас мы узнаем, кто этот таинственный незнакомец. Выходим на работу. А ты куда? Как куда? И я работаю на кухне. Ты заменяла Гюльтен, но она выздоровела. Вот падла. У меня. Что пялишься? Ничего. Меня кто-то искал? Искал. Президент республики интересовался твоими делами. Почему ты сегодня такая? Какая? Какая-то странная, и оглядываешься по сторонам, как дурочка. С чего ты взяла? Слушай, что ты опять замышляешь? Ничего не замышляю. Оставь меня в покое. Что у вас? Она опять заваривает кашу. Что ты замышляешь? О чем вы говорите? Вы же видите, я работаю. Отойди, я иду за мясом. Я знаю, что ты пыталась бежать. Если хочешь, чтобы я сохранила это в тайне, делай то, что я скажу. День совершения преступления.